Броски через прогиб на всероссийских соревнованиях имени Анатолия Кишицкого – дело привычное, ведь здесь собрались исключительно профессионалы. Более сотни лучших спортсменов со всей России, Казахстана и Киргизии приехали почтить память заслуженного тренера РСФСР в 42-й раз. Анатолий Александрович Кишицкий – один из основателей борьбы в Алтайском крае, греко-римской, классической борьбы. И поэтому и сын его, и внук помогают в проведении турниров и передают традиции все. И память эта сохраняется, и его коллеги приходят, рассказывают, с кем он начинал. А начинал он с друзьями по секции. Борьба постепенно захватывала Анатолия Кишицкого, и вскоре он начал продвигать этот вид спорта. Одной из главных его целей было создание борцовских секций в ПТУ. Анатолий Кишицкий умело и деликатно убеждал директоров училищ и руководителей физвоспитания. Главным аргументом было то, что борьба поможет вырвать подростков с улицы. Борьба достаточно развита в Алтайском крае, и люди любят смотреть, я имею в виду зрители, и родители ведут детей своих секций борьбы. Поэтому, ну, совершенству нет предела, надо стараться как можно больше привлечь детей, потому что у нас мужественный вид спорта, это раз, и во-вторых, это олимпийский вид спорта, это дорогого стоит. О популярности и хорошем развитии спорта говорят и призы на этом соревновании. Победитель не только получает звание мастера спорта, но и 50 тысяч рублей. Также мемориал Кишицкого – это хороший вариант проверить свою форму перед Новым годом и подготовиться к чемпионату России по греко-римской борьбе, который стартует уже в январе в Московской области. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.